Давай. Делай, что ты можешь. Это 16, да? Не, 18. А, по восьмерке? Отлично. Ну, это что-то начало. Да. Нет.
Приветствие предоставляется Потапову Сергею Васильевичу. Уважаемые участники соревнований, болельщики, все любители этого прекрасного вида спорта, спорта здоровых, сильных людей, здоровых не только физически, но и духовно. Я рад, что вы в очередной раз прибыли на гостеприимную Веселовскую землю. Хочу вас всех поздравить, пожелать вам прежде всего успеха, доказать, опять же, прежде всего самому себе, что вы сильные, что вы тренировались, а не зря. Вот. У нас турнир областной, ну, уникальный. Уникальный тем, что на одних помостах у нас выступают юноши и девушки, которые только делают первые шаги в гиревом спорте, а также выступают спортсмены-профессионалы, которые на сегодняшний день прославляют и Ростовскую область, и Россию на всероссийских и международных помостах, а также прославленные и заслуженные ветераны гиревого спорта. Поэтому этим и уникален наш турнир. В этом году прибыло очень много участников с разных уголков Ростовской области, где в силу возможности люди занимаются, тренируются, в течение года выступают. А также я хотел пригласить сюда Фатеева Романа Владимировича, представителя Верхнедонского района, вручить ему также приказ и зачетную квалификационную книжку спортсмена разряд кандидат мастера спорта. А значит, сильной и мощной России. Желаем вам ярких побед, рекордов и упорства в достижении поставленных целей. Я еще раз всех поздравляю с праздником, с открытием нашего турнира. Всем желаю удачи, побед и упорства на этих соревнованиях. Спасибо. Соревнования по гиревому спорту объявляются открытыми.
вас стадион. Еще раз повторяю, первый понос. Первый понос. Целая категория 48 килограмм. Гуртовой Михаил. Бабенко Никита. Дьяченко Артем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!